называют это кладбищенской планетой. Зачем я сюда пришел? Как и остальных, судьба привела меня сюда. В трюмах этих заброшенных звездолетов ждут несметные богатства. Почему разбитые звездолеты погребены в песке? Кто знает, что сюда их притащило? Мне все равно, лишь бы меня здесь не было. Когда он вернется с деньгами, я наконец смогу вернуться домой. Или я буду... Пожаловать в отдел оборудования LMI руководства искателя LM-27. Путеводитель старателя содержит массу информации, необходимой для выживания и успеха на LM-27. Руководство старателя – это всестороннее введение в LM-27, включая исторические данные, карты мира, карты и региональные детали. Но, как знает каждый старатель, важнее всего местоположение ценных кораблекрушений. Все известные места крушений представлены в каталоге кораблекрушений. Планируйте свою экспедицию и заявите о своем притязании. LMI предоставляет лучшие инструменты. Обозреватель оборудования – это подробная база данных, содержащая новейшие разработки в области оборудования LMI, технология спасения, круговой и воздушной поддержки. Оборудование LMI. Оборудование, на которое можно положиться. Получите свое руководство искателя сейчас, пока есть в наличии. Легендарный базовый бегун был впервые разработан в 2032 году на Торин Индастрис. Сложный и дорогостоящий производственный процесс сначала привел к коммерческому провалу, но когда начались колониальные войны, спрос резко возрос. Тысячи базовых машин начали сходить с конвейерных линий. Его универсальность позволила создать сотни вариантов. Они служили на каждой планете войны и участвовали почти в каждом наземном бою. Это был бегун, который гордо вел парад победы в честь окончания войны. Но большинство из них просто остались позади. В десятилетия после войны эти заброшенные базовые машины продолжали жить. Колонисты отремонтировали их и снова пустили в дело. Казалось, что легендарный бегун проведет свои последние годы, восстанавливая разрушенные колонии. Затем произошло открытие. Новая планета сулила новую жизнь, новые богатства и новые возможности. Планета настолько суровая и требовательная, что справится только настоящая рабочая лошадка. Фейс Раннер
Легенда, возродившаяся на LM-27. База Раннер, Альфа-1. Продолжайте, Альфа-1. Мы что-то нашли. Вам лучше выйти сюда. Хорошо. Это Гарсоч Спок. Готовьтесь к бою.